ту пору, когда иудеи возвращались из плена Вавилонова, а было это в 4 веке до Рождества Христова, жил святой Малахия. Малахия – последний из ветхозаветных пророков, предсказавший пришествие на землю Мессии и предтечи его, Иоанна Крестителя. Зато святые отцы именуют святого Малахию печатью пророков. Имя его – Малахия, ангел Господний, значит, вестник Божий. Ведь лик его до того светлый, излучал такое благочестие и душевную доброту, что приводил народ в удивление. Он обличал иудеев в недостаточном благоговении пред Богом за уклонение от веры, пороки и богохульство, угрожая зато судом Божьим. Все это дошло до нас благодаря пророческой книге, написанной Малахией, что вошла в канон священных книг. 16 января – день памяти последнего из ветхозаветных пророков, святого Малахии –